Если сад «Ласточка» посещают 95 малышей, для проведения семинара не случайно выбрали именно это дошкольное учреждение. Здесь учат детей беречь природу по специальной методике. Преподаватели организовали развивающую среду по экологическому воспитанию. Опытом они делятся с коллегами. Дети сами приучаются за собой убирать мусор. То есть вот экологический айстоппер у нас, где предоставлены 4 контейнера, и мы детей учим правильно сортировать мусор. А дети какого возраста? Этим занимаются дети старшей и предшкольной группы. Маленьких детей мы учим через планшеты, бизиборды, где они наклеивают, отрывают, прикрепляют и знакомятся так с природой. Семинар впервые проводится на областном уровне. Организовали его специалисты центра «Орлео». В программе изучения теории здесь же преподаватели закрепляли ее и на практике. Все эти навыки воспитатели детских садов, в том числе и районных, более детально применят в своей работе на местах. Развить экологическое мышление у детей – главная задача курса. Семинар проводится в течение одного дня сегодня. Семинар проводится в рамках посткурсового сопровождения, то есть в образовательных программах курсов повышения квалификации, утвержденных Министерством просвещения, выделены темы, рассматриваются темы именно по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. В связи с этим мы на практике показываем детские сады, в которых именно организована эта развивающая среда. И сегодня слушатели курсов, приглашенные педагоги, сами лично принимают участие в этих играх. Семинар собрал порядка 30 работников дошкольного образования. Экология и охрана окружающей среды – тема, которая становится все более актуальной с каждым годом. И такие семинары планируется проводить регулярно. Александра Рудина, Шарния Сыманов, МТРК.